Бажаю здоров'я усім, хто разом із нами на Політека Ньюз. Ми спілкуємося з політичним експертом Андрієм Золотарьовим. Я вас вітаю, пане Андрію. Добрий день. Пане Андрію, будемо говорити про народного депутата України від «Слуги народу» Олександра Юрченка. Я нагадаю, що Вищий антикорупційний суд 21 вересня обрав йому запобіжний захід. Суд призначив утримання під вартою з альтернативою заставою в 3 мільйона гривень. Давайте поговоримо про подальшу долю самого пана Юрченка і про те, як відбуватиметься слідство. Будь ласка. Судя по всему, господин Юрченко будет принесен на алтарь борьбы с коррупцией в качестве такой сакральной жертвы. Ну, на фоне выборов брать его под защиту, выгораживать, ну, это уж точно не самый разумный вариант. Ну, и, собственно, в этой логике и поступила команда президента, ну, достаточно жестко со стороны президента, действительно. Но что, как говорится, неприятно удивило, это все-таки то, что президент заранее указывает на виновность субъекта. Об этом вывод должен сделать суд, оценив все доказательства. Но здесь присутствует другой момент. Здесь присутствует момент большой политики. Вот эта борьба, развернувшаяся между командой президента с одной стороны, олигархическим кооперативом, и вот этой антикоррупционной вертикалью, которая, по сути, является инструментом внешнего управления. Но под раздачу попал Юрченко да. В этой ситуации. Да, да. Поэтому, судя по всему, как раз участь его будет, похоже, незавидной. Но в зависимости от того, как сработают его адвокаты, пока ряд обстоятельств, в том числе там, провокация взятки, указывают на то, что, в принципе, в суде это дело может развалиться. Вполне, как случалось со многими делами, которые вела НАБУ. И все сведется к традиционной для НАБУ рыбалке на телеканале Discovery. Поймали, показали, отпустили. Гаразд, а якщо суд виправдає пана Юрченка, він матиме якісь більш вагомі політичні перспективи відтепер? Я думаю, що таких перспектив у нього вже не буде. Чоловік случайно попав в політику, то, що легко достається, точно так же легко із рук уходить. Очевидно, то, що політичної перспективи у нього немає, і громкого, ну ж, як-то не ті обстоятельства і не та фігура. Тому уйде, ну, очевидно, знайде своє друге примінення своїм талантом. Не виправдовуючи самого пана Юрченка, чи можемо ми розглядати версію, що це просто така от підстава, або знову ж таки розглядати цю всю історію в контексті політичної боротьби, яка обумовлена місцевими виборами, які мають відбутися наприкінці жовтня? Безусловно, безусловно. Но тут переплелся целый ряд факторов. Это борьба вот этой антикоррупционной вертикали с командой президента, то есть которая пытается таким образом доказать свою состоятельность и влиятельность. И с другой стороны, это еще и очень специфическая тема мусор, ну, собственно, на которую бы давно уже положили глаз достаточно могущественные и влиятельные люди. А господин Юрченко, ну так, путался под ногами. Тут тоже нельзя исключать вот этого момента, того, что подвели, что называется. Ну и плюс, естественно, фон выборов, та ситуация, когда, ну уж президенту явно не с руки кого-то выгораживать. Ну, в этой ситуации поступили достаточно решительно и оперативно со своим депутатом. То есть не стали его выгораживать и защищать. Зрозуміло, пане Андрію, дякую вам за цю розмову. Спілкувалися скайпом з політичним експертом Андрієм Золотарьовим. Дякую всім за увагу, на все добре і, будь ласка, бережіть себе. До побачення.